Нихао, друзья! Valve не изменяет традициям и выпускает долгожданный ивент New Bloom в честь китайского Нового года. Также и Tasty Drop выпустит для тебя эксклюзивную линейку кейсов, посвященную New Bloom с кучей крутых шмоток в дроп-листе. Атакуй годня и побеждай, а также врывайся в топ игроков и получай самые сочные призы от Tasty Drop. Стань частью этого события. Активируй уникальный промокод, который ты видишь на экране, и получи 15% бонус к пополнению баланса и кейс в подарок. Хватай безумные скидки на кейсы и море другой халявы от Tasty Drop. Разве можно убежать из сна? Такое ощущение, что это все сон какой-то, бля. Мы хрен знает, куда шли всю игру, а потом я убегаю откуда-то. А куда я могу убежать от этого чела? Он из телевизора вылазит, он из любого телека может вылезти. Мне плохо, посмотрите на меня, мне реально хуёво. Это та девочка? Она теперь черная, она меня ведет куда надо. Я раненый. Я не могу здесь идти, мне тяжело. Мне тяжко. Я еле иду. Что это за выход? Куда это меня ведет вообще? Она меня, надеюсь, не заманивает никуда, он же может ей управлять в теории. Разве нет? И куда я вылез? Как вообще можно убежать из этого гиблого места? Что тут чувак посередине улицы появится? Я знал! И что, я с ним один на один пиздиться буду? Я вам что, полый рыцарь? Я не смогу. Как ты с ним собрался драться? Ты что, рофлишь? Это будет тяжко. Эй, что с мной происходит? Я заряжаюсь черной материей? Что происходит, бля? Кто кого переиграет? У кого сила воли круче? Не у меня. Я проиграл? Я должен был нажимать кнопки, подождите, наверное. Блин, точно. Откуда я знаю, что надо нажимать кнопки? Я ебу, какие кнопки нажимать? Я его переигрываю? Ага, влево. Прямо. Я его переигрываю. Влево. Право. Влево. Прямо. Думаешь, я тебя не переиграю? Бля, я походу его не могу переиграть, что-то сложно. А как? А что делать? Он рассыпается? А сразу нельзя было так? Зачем ты девочку отдал? Если ты мог его переиграть. Что я делаю? Я чиню мир? Я чиню реальность? Что это за прохит? Куда? Что происходит, блядь?
Achievement unlocked. Failed. Окей, вот это самая дверь, которая была в телевизоре постоянно. Но оттуда тогда вылез тот черный чел здоровый. А что, я починил реально? Смотрите, все стало ровным. Что вообще происходит? Все витает в воздухе. Почему я должен идти, куда меня форсит идти? Пойду налево. А почему я должен? Я прямо шел вообще-то. Я хотел прямо идти. Я могу как-то разблокировать дверь? Что за хуйня меня форсит? Я не хочу. Это выглядит уебищно. Я не хочу, блядь. Да, мобе все-таки ее можно открыть? То есть я не управляю до сих пор ничем? Кто-то до сих пор управляет моей судьбой? Или что это вообще такое? ВТФщина. Ага, мне это что-то напоминает, мне это напоминает суперлиминал. Идем туда же. И туда же. Окей, как? Бля, что-то было подобное в суперлиминал, как я там прервал цепочку эту. Лол. Что-то тут есть интересное? Че, пойду, блядь, в туда? Так, что-то происходит хотя бы. Я хз. Что за... Бля... Че, рофните? А как вообще это решить? Тут вообще мало так всего, чтобы что-либо сделать. Бежать на музыку, блядь? Ой, бля, это вообще так тупо. Самое простое, это для меня всегда самое сложное, бля, как же так? Да. Пиздец. Самое простое всегда самое сложное. Всегда, абсолютно. Всегда, бля. Обидно. Вот до этого почти все загадки решал чуть ли не моментально, максимум 5 минут. А тут сразу чел говорит, не пробовал пройти IQ-тест, будто бы взаимосвязь... Это пиздец, короче. Ой, бля, ебаные хейтеры. Типа... Одну загадку не смог пройти. Все. Пиздец. ГГ. Где она играет? Это где, здесь? Не здесь? Ой, бля, а теперь не понятно, где она играет. Кстати, суперлиминал вот эта, похоже, тема была намного сложнее. Всем советую суперлиминал, кто хочет хорошую головоломку. К
кстати. Если чё. А я яму не увидел. Только не говорите мне, что я сейчас буду с самого начала. Затуп очередной. Я могу эту штуку уронить? Опачки. Окей. Это уже начинает надоедать, эта музыка. Потому что теперь столько... Здесь? Она как будто играет просто в той, что ближе. Последний этаж? Так они говорите мне, что мне сейчас будет, там, не знаю, десяток комнат или два десятка. Здесь музыка играет? Девочка это? Что с ней стало? Это все ее кошмар? Там были еще другие двери, зря я не почекал. Это была ошибка? Разбить музыку или что надо сделать кувалдой? Ну явно не ее бить, я ей дэмэдж не нанесу, я подозреваю. Нет? Да? Вау, что творится? Она пригорела. Да что ж так легко поймать меня, блин, с этим управлением ебучим. Твою мать! Где я? Как дверь открыть? Она сама откроет? А кто-то там на порт... Это ее батя, который этот здоровый чел? Вот это вот, видите, какая-то картина. Я уже хрен знаю, что происходит.
Мне надо снова расхуярить ее прикол или нет? Она, он у нее до сих пор играет, я не понимаю. Или не надо? А надо снова расхуярить, иначе это будет вечно. Хай! Вырубай! Как я, как я смогу расхуярить? О, это будет сложно. Мне надо топор туда занести аж прямо к ней. А как? А как я это сделал? Подождите. А как я это сделаю? Топор к ней поднести — это сложная задача. Не из легких. Да, ой, я не знаю, как это пройти, блин. Это супер сложно. По-моему, это супер сложно, да? Мне все-таки лучше по центру топор поставить. А как? Подождите, а тогда это вообще проходимо? А как топор тогда? Что-то я не понимаю. Окей, я там кричу хай, она идет вырубать меня. Я беру за топором сразу. Это было, кстати, сложновато. Я думал, два раза надо будет ударить. Окей. Два раза было бы невозможно, кстати. Один раз сложновато, два раза невозможно. Вау. Хай! Вырубай! Да бля! Сколько раз нужно пиздануть эту хуйню? Это по не могу подобрать потом. Такое управление уебищное вообще, пиздец. Нельзя подобрать топор. Игра не позволяет. Ну, блядь. Сколько раз нужно переебать эту штуку, чтобы она сломалась?
Но до сих пор не сломалась. Хай! Пам-пам-пам. 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 Где мой топор? А, вон мой топор. А чё он там? Блять, ну что ж, одно и то же, только сложнее, сложнее и сложнее. Что за бред вообще? Я такое не люблю. А как я обратно занесу его? Вот так-то лучше. Вот ты говоришь, что достаточно умен. Понимаю, что это просто игра, на интеллект никак не влияет. Но нахуя ты кладешь топор и зовешь ее к нему? Ты же можешь в другое место ее позвать. Я ничего не понял, о чем ты говоришь? Я уже забыл, в каком-то моменте. Кладу топор и зову ее к нему, чтобы успеть топор вынести в портал вроде. Я так делал или нет? Я кладу топор, зову ее, чтобы поднять топор и выйти в портал. Что непонятного? Это, по-моему, я так делал, правильно? Короче, что ты ебался, не помню. Вот ты говоришь, что достаточно умен. Я ни разу такого не говорил. Я говорил, что я умнее большинства людишек. И это, по-моему, очевидно, блядь, по таким сообщениям. Просто челы доебываются. То есть, допустим, в игре любой игре головоломки есть, не знаю, там 30-40 каких-то разных там загадок или микрозагадок. Ты проходишь за минуту-3 минуты 25 из 30 или 28 из 30, а на какой-то одной ты застряешь на минут 40, на 60. И, короче, на той, на которой ты застрял, разумеется, почти любой чел застряет на какой-то хотя бы одной головоломке хоть раз. На протяжении подобных игр. Так, я запутался, что я делал? Это настолько смешно, блядь, когда челы или сами игру не играли, или смотрели прохождение уже на других стримах, или играли. Так, стоп. Я не успеваю? Тогда как? Тогда зря я топор... Тогда, получается, надо было топор там, бля... Тогда это супер сложно, погодите. Я не успею никак. А вот тут я не успею никак, то, по-моему, невозможно успеть. Топор должен лежать на втором этаже в любом случае. Правильно. А, или тут можно успеть? Возможно, тут можно успеть. Ну просто, блядь, управление кривое, непонятно даже, можно ли успеть. Я не знаю, могу ли я успеть. Ебучее управление не позволяет мне нормально прибежать. По-быстрому прям. Я не шарю, могу ли я успеть. Вот эта рука, она не вовремя вообще. Как эту руку задоджить? Я не могу запрыгнуть туда, что я сделаю? Я не могу с первой попытки запрыгнуть никогда. Ну бля, я уже замахиваюсь и не могу достать. Мобита, значит, это не так проходится. Но какого хуя они делают одно и то же и усложняют? Это самая конченная хуйня в любой игре. Одно и то же, но усложненное. Чё за трэш? Вот так-то лучше. Положи
положил топор, позвал равну, получил каебал. Блять, что ты несешь? Вот так-то лучше. Да чего мне мешать и думать? Нужна была матеша в 11 классе. Причем есть математика к топору этому ебаному? Да ёб... Я не могу даже его забрать, блять. В смысле, положи куда-нибудь. Что вы несете, сука? Не могу даже забрать топор ебаный. Жопа горит просто. Что несут? Я не могу, я взять его даже не могу уже. Как его брал, я не помню. Окей, все, надо по-другому. Так, ну если я ложу его здесь, она меня убьет. Я не могу его положить около портала. Его около портала нельзя положить. Блядь, это как делать? Окей, я не знаю как. Я ж замахнулся уже! Ну, тут невозможно его донести к тому порталу. Нету шанса, кстати. Окей, тогда, блядь, вообще непонятно, как это делать. Его ж нельзя положить под тот портал. Это не является возможным. Прикиньте, я почти каждый раз я супер близок. По-моему, это единственный вариант. Атака на... Окей, хорошо. Я топором доджу атаку, походу. Надо задоджить топором одну атаку. Ну, блядь, мне надо эту атаку задоджить топором. Ой, бля. Не понимаю, блядь, я каждый раз был супер близок, мне не хватало полсекунды. А почему в этот раз оно по-другому работает? Вот в прошлые разы я мог доджить топором атаки, теперь я не могу. Как понять? А, ну получается так сделать? А, не, не получается, это невозможно, да, я же говорил, это невозможно. Зачем я пробую, это же невозможно. Что? А что за хуйня вообще? Как достать? Что, блядь? Сука, блядь, в игре 4 портала, Павич пытается пройти игру с 3 порталами.
Я не могу топор донести под, под большой портал тут. Это не является возможным. Только... Так, я так и не пробовал еще, окей. Я не могу донести туда портал, anyway. Блять, даже нет смысла больше пробовать эту хуйню. Туда нельзя донести портал. Единственный вариант, который у меня получался, это вот этот сразу. И все. Это единственный рабочий вариант. Бля, я не понимаю, как я это делал. Я шел вверх. Как я доджил атаки? Да отъебись, блять, от меня! И когда агр спадет, положи. Делаешь супер тупой из Я не могу вас слушать все ваши дурацкие советы, блять. Нахуя нам не надо вообще? Тем более, скорее всего, даже советчики советуют, не играя в игру. Это такой бред. Где я вообще нахожусь? Что происходит? Ты можешь, когда она заагрена, не тащить топор в ее ближайший портал. Просто, блядь, отойди с ним, когда агр... Куда отойти, блядь? Я не могу это даже воспринимать, все. Куда, блядь, отойти? Что? Куда отойти? Какой... Блядь, что? Я не могу. Все. Да, блядь, ну как же я близок постоянно. Куда, блядь, отойти? Как я могу с топором отходить куда-то? Тут надо выработать стратегию. Как двигаться, чтобы она не попадала в тебя. Я пока не могу понять. Бля, как двигаться, чтобы она не попала? А, блядь, ну по-любому это возможно, потому что у меня почти получалось. Бля... Да, блядь, сосать! Просто было через другой портал. Но всегда-то получилось то, что я хотел сделать изначально. А вы какие-то советы непонятные даете, блядь, когда... Очевидно, что-то получалось. Сразу же. Какие 4 портала? 2 портала там хватает. 4 портала. Может, 10 порталов? 2 портала, какие 4? В портале 2, сколько порталов? 2! Это игра дальше или что? А что дальше? Опять! Опять, блядь, надо что-то думать! Сколько можно? И почему у нее эта хуйня вечно жива? Сколько раз надо уебать? Слишком сложно. Что это такое? Почему он не достает никогда? На, блядь, ну! Все, сломал я котелок. Есть пробитие! Добивай эту хуйню! Теперь точно есть пробитие. Так в чем вообще суть? Я ее... Подождите, я ее освободил? А чьи это все кошмары?
вас! Что за Resident Evil? Я же говорю, разрабы явно вдохновлялись Резидентом. Какие-то, блядь, глаза и мутации пошли. Это чисто Resident Evil. Да, блядь, ну... Как она тут пробежала? Вверх? В смысле, я тоже делаю как она, почему у меня не получается так? Ну так нечестно. Меня жижей накрыло какой-то. На жижичах. Я не понимаю, как она... Что-то я не понимаю, а как? А как? Я же делал как она, до этого не получилось. Делал по-другому, не получилось. Странно, непонятно. Жижа! Да почему ей проще постоянно? А-а-а! Это что, Властелин колец? Будет какой-нибудь Гендальф, который не даст пройти, блядь, этой жиже? Да за что замедление? А я? А я? Помощью! Ну почему, блядь, ну идите нах... Как же разработчики бесят? За что они бесят меня? За что? Как я здесь мог быть неправ в чем-то? Я почти героя не контролирую. То замедление времени, то мой герой сам прыгает. Я почти не контролирую даже персонажа, блядь. Но при этом я виноват в смерти, получается, потому что я мог что-то сделать. Что за хрень вообще? У меня даже контроля почти нету. Это ж не я включаю замедление времени, и не я делаю все прыжки. Ну некоторые. Там один прыжок не мой был вроде. Хз. Кто виноват сейчас? Подождите, кто меня отпустил? Разработчики или я сам? Что это произошло? Ты до этого меня все разы вытягивала, а теперь ты меня отпустила? Как это? Где я вообще нахожусь? Не понял. Я упал в жижу эту. Теперь я на жижичах. А я могу двигаться в жиже? Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебом и грейпфрутовый сок.